Так, Марс улезает сверху. То есть он-то садится, но для нас он улезает сверху. 17 сентября 2020 год, Харьков. Утречка. 5:49 по Киеву. Марс в 66 миллионах километрах от Земли. Он все ближе придвигается, подходит к Земле. 13 октября будет противостояние, то есть меньше чем через месяц. Марс окажется на одной линии с Солнцем, Землей и на ближайшем расстоянии за 12, по-моему, лет. Вижу слева. Как интересно. Вечером я снимал белое пятно ледников Южного полюса Марса. Было аккурат внизу. А сейчас оно, насколько я вижу в окуляре, сместилось значительно левее. Практически под 45 градусов. На 45 градусов дело ушло. Ладушки, пошли Венеру снимем, светлеет небо, настройки светочувствительности минимальные, для того, чтобы контрастность уменьшить. На улице уже совершенно светло, а не так, как это сейчас на экране видно. Заодно снимем Венеру. Венера сейчас 145 миллионов километров. Солнце сходит через 10 минут, да, получается. То есть мы уже фактически в дневное время снимаем внутреннее на предневном освещении. На востоке поднимается вверх, а весной сияет, много света дает Венера. Но ничего, сейчас может посветлее станет, через минут 5 поснимаю. Надеюсь на то, что засветка будет поменьше. Но все равно видно фазу Венеры. То есть Венера освещена слева Солнца. А правая ее часть Солнцем не освещается. И так как Венера на внутренней орбите относительно Земли, противостояние с Венерой мы не дождемся. Так, еще раз к Марсу. Будем ловить последние мгновения, когда он доступен для наблюдения в дневном свете.
Увеличение 125 крат оптическое на этом фотоаппарате Nikon Compix 5000. Но это, конечно, не то увеличение, которое в бинокле, в телескопе. Тут кратность, понятно, что зависит от того, смотрю ли я сейчас это в малюсенький окулярчик. Или кто-то смотрит это на экране размером с полстены дома. И то, что мне имеет угловые размеры несколько секунд, для кого-то будет иметь угловой размер в минуту. Ну вот и наш красавец. Да, и чем ближе становится Марс к Земле, тем быстрее он вращается. Ну, в том смысле, что пересекает экран. То есть он-то движется, понятно, с постоянной скоростью, но так как он ближе к нам, к Земле, он просто проносится по экрану. Будет он становиться дальше, он будет медленно ползти. Ладушки. Сейчас будем делать еще дубля. $5.55. По Киеву, Харькове, 17 сентября 2020.